Приветствую вас, Надежда. Я думаю, что сказать вам можно по данному вопросу следующее. Признаваться лучше прямо, если уж решили признаваться, потому что любые игры с контекстом ничего хорошего не дадут. Это тоже вопрос, потому что, извините, человек может неправильно понять, и тогда все будет еще сложнее, чем сейчас. Дальше. Многое зависит от того, чего вы ожидаете. То есть, какие у вас ожидания от признания. Если ваши ожидания от признания таковы, что вы чего-то ждете от человека, ну, к примеру, вы ждете от него взаимности, допустим, ждете от него какой-то ответной реакции, может быть, вы хотите чего-то от него, ну и прочее, 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 то в таком случае лучше не признаваться. Почему? Потому что в этом случае вы рискуете, быть именно разочарованы в том, что человек, как человек отреагирует на, ну, на ваше признание. Потому как отреагировать он может совершенно не так, как вы хотите. Вот. То есть, если хотите признаваться, признавайтесь, говорите правду человеку. Но имейте в виду, что любые ожидания если они есть, ничего хорошего вам не принесут и не дадут. О, принцип. Потому что, извините, это речь про себя. Вот. Речь про себя, а не про мужчину. А если вы признаете человеку в сомневаться, то это вы признаете в том, что хотите что-то для него. Для человека. Не для себя, а для человека. Это, на мой взгляд, ну, принципиально разные вещи. Вот, в целом, такой ответ я могу вам дать. С другой стороны, есть проблема, по которой вы почему-то чего-то либо стесняетесь, либо стыдитесь, либо что-то еще. И в этом случае имеет смысл разобраться, в чем непосредственно ваша проблематика. И с этим уже работать дальше. Вот так
я думаю, можно ответить на вопрос. Вы не уверены в себе, например, вы боитесь отказа, например, может быть, что-то еще происходит. Ну, нужно исследовать в любом случае. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом, и вы найдете выход из нее.